Доброе утречко всем. Мы с утра на погрузках отправляемся в Усть-Лабинск. И, в общем-то, машинки наши будут там отдыхать, и там мы будем тренироваться и проводить тренировочку. Так что, кому интересно, обращайтесь. Сегодня у нас боевые тесты. Кое-что поменяли, кое-что изменили. И кое-что хотим вам показать. Но это будет уже после обеда. Все, мы добрались до Усть-Лабинска. Сейчас затестим машинки. Сотик у нас. Нормальные диски, да, пойдут? На них, кстати, бампчи. Протектор жив. Пойдет. Ну и 110. Еще раз хочу напомнить, что в зимний период мы будем тренироваться в Усть-Лабинске. Поэтому, кому интересны тренировочки, записываемся. Заранее они будут не каждый день, то есть будем формировать. Поэтому заранее.